Ясно. Вот, ну что, вот сейчас я пойду покажу, какие тут работают даже, значит. Да, второй удалось сопротивление. А, да. Вот, это я буду чуть дальше. Иди со мной, я правильно понимаю, что работы, которые вы сейчас собираете, не будут в частных проекциях? Нет, они. Нет? Нет, да, ни одной работы, не купили в частных проекциях. Что там подарил? Он подарил в Погонине. Я одну из красавиц подарил Мити Мишелевичу со Шами, чтобы, ну, как подлистаться. Вот такая ситуация. И вот этот зал будет полностью посвящен ребятам. Ну, показывает, что вот есть и наша задача не популяризировать себя. Потому что, ну, как вам сказать, я уже, ну, как вот для Бога сделал. Для России много. 8-2 иностранцев. Сейчас мне заказали 3 иностранца в Тайване. Но как бы, но мне хочется, чтобы люди, которые живут, не смотрели только по футболу, Понял тебя, брат, все, все. В Казани вот есть художники, будут такие художники. И творят такие художники, чтобы дети, которые учатся здесь, в школах, знали о том, что понимаешь, что Родина любит мертвых героев? Ну вот на сегодняшний день мы видим, что... Ну вот, я не могу пробиться к телу Рустема Нагалевича, не могу пробиться никак. Угу. А есть необходимость? Ну как необходимость? Ну как, вот вы приходите... Как раз таки по поводу моральной поддержки. Да, поддержки, о том, что почему... Про меня снимают фильмы с CNN, их не показывают. Европа смотрит про меня фильмы. Мне говорят, ой, Эльгиз, мы тебя видели в Югославии, в Казани, ну, я никто. Оно понятно, что меня обвиняют там, ну, в чем-то там. Ну, я не гомосек, я не пьяница, я не наркоман. Ну, понимаешь, да? Угу. Всю жизнь творил. Ну, да, я люблю Россию, не только Татарстан. Да, я, конечно, вот, ну, ну я йог, я буддист. Я неудобен. Да, я помню, это хорошо. Это неудобен. Поэтому вот это весь... Ну вот в том зале сейчас я буду выставлять иконы. Вот здесь есть вот такие работы. Я их привез. Я сейчас буду их выставлять. Это все Ильдар, да? Это пока Ильдар одна работа здесь. Это не Ильдар, это вот я даже не знаю. Это вот работа. Нет, это не Ильдар отсюда. Это вот я привез вот такие работы. Даже не откроешь. Но они красивые, вот такие. Угу. А здесь будут стоять иконы казанские божественные. Ну, видите, что они очень нормальные. Да, да. Вот это такая штука вещь. Это уникальная резьба, дерево, потолок, это в таком ярославском стиле. Вот это все я буду выставлять. Там будет один зал полностью посвященный современной иконописи православной. Угу. Это вот я вам пойду в зал сейчас покажу. А вот это работа Ильдара. Угу. Это она была горела, я ее взял, ну, сфотографировал и написал вот эту работу. Это еще не закончил. Вот эти работы я буду сейчас заканчивать. Сгорело в смысле вовремя? Все работы, нет, они сгорели еще раньше. Угу. Было два пожара уже, у него, его все работы сгорели. А у него осталась только работа автопортрет. Угу. И похороны татарского революционера. Она в музее ИЗО Татарстана. Угу. Ну, глаз Будды. Помнишь, как в Непале, как Мандус? Угу, угу. И это как вот Вселенский храм, но как культурный центр, где можно... Притянуть все, не разобщать людей, а объединить одной идеей. Uh-huh. Идеей искусства, идеей объединения. Ну всегда-то Иван Гог, Эгэг Гэнс, Сеслей, Писсаро, Матисс, все же летят. А у нас появляются Шиловы, Глазуновы, Нестеренко. Uh-huh. Ну такие махровые, которым до искусства, понимаешь. Это тоже, наверное, искусство, но мы-то должны идти вперед. Мы не должны стоять на месте. И вот в этих картинках я соединил иранскую миниатюру, позолоту, древнерусскую живопись, левкасную. И это в этих работах. Это синтез культуры, это же здорово. Это я понимаю.
Почему мы же любим мертвых героев? Меня это удивляет в России. Марину Цветаеву повесили. Вы же сами объяснили, что все устроено. Понятно. Ну, а надо же менять. Надо. Надо эволюционировать. Кто возьмется? Ну, я его взялся. Поэтому я взялся, этим занимаюсь. Понятно. Вот такие у меня задачи маленькие очень. Они, естественно, конечно, нужна обязательно информационная поддержка. Понимаешь, это без нее, ну, никак не будет. Вот я ему клеток не сдавал, допустим. Я взял их и сдал, да, ну, допустим, вот они сдали. На эту флоту 50 тысяч рублей. Это же живые деньги. Ты же сам сколько зарабатываешь. Меньше. Не, ну они же, и все. И вот это все сделано за Лекашин, на досках, все. И все это надо, конечно. И художнику нужна поддержка. Поддержка. Обязательно. Понятно. Если поддержки нету, я уеду в Тайвань.